У нас неспокойно на Западе. То, что мне Майк Помпео сказал, это хорошо, я принял к сведению. Но они же шевелятся там. Вы же посмотрите, как только началась у нас заваруха, вот Виктор Хренин больше это знает. Я ему говорю, немедленно проводи армию в чувство. Немедленно нужно поднять те части, которые у нас сегодня боеготовы и которые сегодня развернуты по полной программе. И мы вынуждены были вывести половину армии на западном направлении. Утихомирились. Поняли, что мы шутить с ними не намерены. Я хочу, чтобы не только присутствующие сегодня сотрудники внутренних дел, но и армия поняла, что война – это не та война, которая была, что она начнется с внешней агрессии. Любая война начнется изнутри. Ее так и готовили у нас. Поэтому все должны понимать, что мы мобилизуем все, что у нас есть, для того, чтобы защититься. Защитить свою страну, защитить свою землю и свои семьи, своих детей. Я хочу, чтобы вы это понимали.